тоже это чувствуете? Махеев. Макс, ты вообще адекватный, а? Или нет? А, вижу, что нет. Можно, если что, меня криком разбудить или постучать. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду тебя искать. Кто не спрятался, я не виноват. Чего? Вода. Какая вода? Ты чего, с ума сошел? Макс! Макс! Какая красивая луна была ночью. Я бы хотел ее увидеть снова. Кто меня подслушивает? А ну стой! Черт! Ё-моё! Дима, открой быстро! Дима, ты че стучишься? Быстрее! Почему никто не хочет со мной дружить? Да Макс, он с ума сошел, я тебе отвечаю. Никитос, тебе опять что-то приснилось. Какое приснилось? Ты что, Дим, совсем что ли? Я тебе серьезно говорю. Он как будто лунатиком стал. Макс и лунатик, это невозможно. Я серьезно тебе говорю, он за мной погнался. Я поэтому к тебе забежал. Отойди. Я, короче, все понял. Давай так, если это все неправда, и это просто твой страшный сон, то я даю тебе 3 пенделя. Да хоть 10, Дим. Я тебе говорю, он там. Стой. Куда собрался? Проверить. Ты меня вообще не услышал. Я тебе говорю, он с ума сошел. Да. Нужно людей вызвать быстрее. Блин. Ну что там? Думаю, не факт, что там. Он вообще может быть внизу. Думаю, уже громит. Да нет, вот он. Спит как убитый. Не понял. Это я не понял. Какого фига ты меня так рано разбудил? Я тебе правду говорю, может, это был его злобный двойник? Эй, стой, ты куда? Досыпать. Время видел? Я, если что, готов под кроватью, Дим. Черт. Не трогай меня, не трогай. Ты что орешь, Никит? Ну рано еще, а? Че ты на меня-то побежал? Ты прикалываешься, Никит? Может, тебе сон приснился, бегал, делать мне нечего, разбудил так рано. Да он просто ужастика своих пересмотрел, и хватит орать, я хочу еще поспать. Макс, а ты куда? Я? Вниз. Ага, понятно. Ты гад, я из-за тебя теперь заснуть не могу. Иди делай мне завтрак. А я-то при чем? Че ты на меня-то? А, это правда. На таких, как ты, не обижаются. Дим, да я хотел просто тебе сказать. Это правда. Все, ну поверь мне, хоть один раз в жизни. Ага. А ты куда? Завтракать. Ребят, вы же это тоже видели? Вот почему они мне никогда не верят? Я вам говорю, они всегда так. Вот я им говорю, что у нас ролики смотрит половина человек без подписки. А это правда, потому что если бы те, кто нас сейчас без подписки смотрит, подписались, то 30 миллионов подписчиков на канале Луномосик было бы. Вы только прикиньте, как это круто было бы. Давайте вместе поднажмем и добьемся цели. Тогда эти пацаны меня точно уважать будут и верить мне будут. Что? А, ничего. Да он, видимо, это, до сих пор думает, что ты лунатик. Чего? Или ты что, решил, что я лунатик, что ли? Не, Макс. Да, он утром меня разбудил, забегает. Он лунатик, он бегал за мною. Потом я прихожу и как думаю, что ты делаешь? Правильно, спит он. Нет, это неправда, Макс, это, наверное, Диме приснилось. Понятно все с вами. Никит, подумай своей головой. Если б я был лунатик, я бы здесь уже все разгромил, скорее всего. Да вообще, с самого детства у меня крепкий сон, и никто мне даже намека не бросал на то, что я лунатик. Бред. Мне про родители сказали. Послушай человека.
Голова, Макс, подожди, а ты куда? Да вздремнул, а то ты разбудилась, кричался тут на весь дом. Стой, как вздремнул? Нет, подожди, давай, может, здесь спортом займемся? Чего ты к нему пристал? Пусть поспит человек. Никит, я понять не могу, что ты до меня докопался? А, да я ни про что, мы же просто приехали в этот дом как раз отдыхать. А может, пойдем погуляем? Че нам дома сидеть? Кстати, здесь пляж в 200 метрах. Можем на море сходить. Никит, в дождь на море не ходит. Вот я посплю, дождь пройдет, может, и сгоняем. Так, Дима, хватит пить сувенирский чай. У нас проблема. Я не хочу слышать твои рассказы про Макса Лунатика. Да почему? Это же опасно. Даже если он лунатик, что в этом такого? Но я в детстве тоже лунатил. Походил по квартире и лег спать дальше. Ты не понимаешь, все намного серьезнее, чем я думал. Я здесь посмотрел разные статьи в Википедии, там ученые даже пишут. Вот, смотри. Лунатик может причинить вред себе или кому-то еще. Рассказываем, как жить с таким человеком. Слушай, в твоем интернете все что угодно написано. Я тебе открою другой сайт, и там будет написано, что никакого вреда нет. Это неправда. Там написано с обычным человеком. А ты представь, с Максом. У него же бицепсы, трицепсы. Нужно еще заставить Макса перестать заниматься спортом, чтобы мы хотя бы могли ему отпор давать. А, Никит, иди на воздух. Просто подыши. Ты меня просто не дослушал. Лунатизм не так прост, как кажется. Есть лунатизм, который был у тебя? Когда ты просто мог вот так с кровати встать, походить, и ничего страшного. И он у тебя длился минут 5, не больше. А есть серьезная форма лунатизма, когда люди не могут себя контролировать, обретают сверхсилу и становятся безумными. Ага. Что еще? Это называется гипертрофический лунатизм. И у него есть 3 фазы. А, да, давай, рассказывай, я слушаю. Первая стадия очень простая. Человек просто ходит, делает вполне обычные вещи. Даже, кстати, может тебе ответить, Дим. Дим! Я слушаю. Рассказывай. В общем, ага. Вторая стадия уже серьезней. У человека проявляется агрессия. И судя по тому, какого я видел Макса, он был на второй стадии, потому что он за мной даже побежал. Ты меня слушаешь вообще? Конечно. Так, лунатики ходят, агрессия. Ты все перепутал? Ну ладно. Расскажу сразу про самую страшную. 3-я стадия. Боюсь. Дима, да подожди ты. 3-я стадия самая опасная. Ты сейчас послушай меня, пожалуйста, это уже не шутки. Это ты сейчас опасен, отдай полотенце. Не отдам, пока не послушаешь. Да забирай. Дима! Подожди, Дим, послушай меня. 3-я стадия, она самая опасная. Этого нельзя просто допустить. Что там такого? В 3-й стадии он не понимает, кто друг, кто враг. Он становится сверхсильным. И его агрессия не контролируется. И он начинает путать реальность. Но самое страшное, что перейдя в 3-ю фазу, Макс никогда не проснется и навсегда останется лунатиком. Никитосик, тебе поспать надо. Иди в комнату, отдохни. Полежи. Сказку себе включи какую-нибудь. Дим, ну это правда, я тебе говорю. Мы тогда потеряем Макса. С Максом все нормально. А вот ты меня пугаешь, Никитосик. Давай, давай, засыпай. Вы что, угораете? Вдвоем меня пугать. Макс, что тебе надо? Хочу кофе. Внизу кофе. Иди сходи, сделай. Приколись. Давай, Макс. Макс, я серьезно. Если ты сейчас не уйдешь из моей комнаты, то я обижусь и пойду в твою комнату. Тебе это надо? А чайки высоко летают? Я так слышал. Ну вот заодно на компе и загуглишь это. Все, давай, иди, Макс. Приятного вам. Чаепитие. Ты что, угораешь? Ты видел? Он опять заснул, он опять лунатит. Не, я понял. Вы просто вдвоем решили меня до белого колени довести. Достали! Вали из комнаты! Ты сейчас не слышал, как Макс с тобой разговаривал? Тебя ничего не смущает? Меня смущает, что я с вами на отдых поехал. Ладно, окей, я тебе докажу. Ты слышал? Что там происходит? Может, вначале вызовем под ногу? Макс, ты что там делаешь? Что за звуки? Да, Макс, что ты там делаешь? Макс, ты что, стул схватил? Мне никогда не нравился этот стул. Макс, все хорошо. Он переходит во вторую фазу. Да помолчи ты лучше. Может, у него что-то случилось? А куда он ушел? На улицу, походу. Блин, Дим, быстрее за ним. Макс!
Макс, руку поранишь. Хватит ерундой заниматься, пошли в дом. Ему в больницу надо, а не в дом. Макс, хватит! Макс, ты чё? Его закрывай дверь! Какого фига? А я тебе говорил! Чё ты стоишь, тащи стул! Вначале признай то, что я тебе говорил! Стул тащи! Держи, держи, Дима, держи! Макс, мы тебя чем-то обидели? Извини нас, пожалуйста. Да не слышит он тебя. А что нам делать тогда? А, надо было раньше об этом думать, когда я тебе в самом начале сказал. Ну давай согласимся, что история, что Макс лунатик, так себе. Нормальная история, вот. Эта история сейчас к нам в дверь ломится, она хочет нас убить. Так это единственное доказательство, которое ты мне предоставил. Да, знаешь, дело в том... Подожди. Звуки прекратились. Ну, мы же не будем проверять. Нет, конечно. Но просто спокойно пить чай не получится. И что, нам спецназ какой-нибудь вызывать? Его нужно просто попробовать как-нибудь разбудить. Ну, я же тебе говорил, нельзя их будить, это еще хуже. Нужно было не дать ему уснуть. Блин, я вообще за Максом такого никогда не замечал. Куда он пошел? Он на улицу пошел. Нельзя его в таком состоянии на улицу отпускать, это опасно. Согласен. Че стоишь? Ну, к нему как-то подходить тоже опасно. Но мы не будем подходить близко. Если какая-то жесткая ситуация произойдет, только тогда вмешаемся. Ну ладно, тогда проследим за ним. Ага. И куртку надо будет ему взять, он так замерзнет. Точняк, а я кофту надену. Смотри, как странно идет. Не палите нас. Да колбасы на было меньше есть, а тебя и воняет, блин, за милю. Ага. А ты типа колбасу не ел. Пойдем за ним. Угу. Как мы ему куртку отдадим? Ну потом кинем в него. В сторону моря идет. А он плавать умеет? По-моему, нет. Побежали быстрее. Идем, вроде безопасно. Купаться. Море примет меня. Я буду плавать. Долго. Блин, он реально к морю пошел. Его надо остановить, погнали. Нужно действовать. Макс! Подожди! Макс! Стой! Эй! Не подходи так близко! Макс! Макс! Да стой ты! Макс! Макс, хватит! На куртку для начала, а то замерзнешь. Осторожности нужно, как с детьми. Макс, если что, мы тебе не враги. Мы твои друзья. Давай дружить вместе. Я хочу на море. Ау, сегодня просто погода не купальная, видишь? Никого нет. Видишь, вот собачка бежит. Тоже не захотела купаться. Говорит, домой надо, да, собачка? Я никогда не был на море. А мы тоже. А может, домой чуть-чуть отдохнем, а потом все вместе сходим с жилетами покупаемся? Да, Макс, как тебе? Отличная идея. Отличная идея. Ну вот. Я его переплыву. Нет, это не отличная идея. Ты не сможешь переплыть море. Я все смогу. Макс. Блин, он сейчас реально пойдет. Он же сейчас утонет, Дим. Ага, только нам его будить нельзя. Я понимаю, но нужно как-то его остановить. Ладно, будем импровизировать. Стой, подожди. Ты что собрался делать, Дима? Дима, остановись! Дима, беги. Макс, это не я. А ты проснулся? Или нет? Если что, с добрым утром могу сделать тебе кофе очень вкусный. Макс, Макс. Ты хочешь со мной поиграть в догонялки? Макс, не хочу я играть с тобой в догонялки. Это моя любимая игра. Ага. Я считаю до 10. Никита, беги. 1. У нас 10 секунд, чтобы 2. Убежать. Дима, за нами гонится 3. Здоровый силач. 4, 9, 10. Я иду искать. Бежим, Дима, бежим. Собака, тоже беги. Давай, Дима! Сваливай! Кто догонял? Дима, быстрее!
Почему со мной опять никто не хочет играть? Нет, нет. Тихо, собачка, тихо. Вы решили поиграть в прятки? Я тоже люблю в них играть. Собака! Спускайтесь. Не, мы не хотим. Но мы же играли. А мы устали. Угу. А я хочу с вами играть. Эй, Макс, ты что делаешь? Не, подожди. Она тон 5 весит. Макс, ты что, она же тон 5 весит? Лучше использовать этот шанс, погнали. А, я понял. Давай по одному. Быстрее, Дим. А ну стой! Бежим! Бежим! Стой, ты ворота закрыл? Блин! Назад! Давай, давай, закрывай дверь! Наверх! Какой вверх? Да я знаю, что делаю, погнали! Блин, Дима! Эй, Макс, мы здесь! Давай, быстрее! Иди к нам! Быстрее! Давай, Дима! Быстрее, зови его сюда! Эй, Макс, неудачник, лузер! Иди сюда! Блин! Дим, быстрее, закрывай окно! Закрываю! О, Макс, это будет лучше для всех. Что, получилось? Ага. Фух. Ладно, лунатик. Теперь он закрыт на балконе. А что дальше делать? Ждать, пока он проснется. На свежем воздухе даже быстрее должно быть. Черт, окно. Прячемся внизу в подвале. Бегом! Ты зачем там куртку оставил? Не знаю. У тебя по запаху найдет. Он мне куртку берет. Зайчик в доме? Такой пушистый, добрый и красивый. Я всегда в детстве о такой мечтал. Чего? Да пофиг. Главное, что он успокаивается. Будет тепло. Не бойся. Он лег. Спать, что ли? Видимо. Нужно подождать еще минуту. Угу. Захрапел. Уснул. Пошли. Зачем? В смысле зачем? Его нужно теперь разбудить. Так он же лунатик, их нельзя будить. Но он сейчас спит, обычный сон. Сейчас можно и даже нужно, а то вдруг он опять залунатит. Ладно, рискнем. Давай, я ж мать. Ты нормальный? А что? Ты нафига свистнул? Разбудить его. У тебя что, мама, футбольный тренер? Подходила к тебе, в школу пора. Дедушка всегда так будет. Это дедушка, ему все можно. Макс, эй, эй, Макс. Макс! Макс! Тихо. Так, я не понял. Ты зачем стул сломал? Ты хочешь переплыть море? Море? Дим, ты головой ударился? Фу. Чего у меня кроссовок вообще в руках делает? И почему я сплю в гостиной? Потому что ты лунатик. Угу. Ой, Никита, опять за свое. Я 100 раз тебе сказал об этом. Не, Макс, Никита прав. Ты прям, наверное, самый агрессивный лунатик в мире. Опять за свое. Ну объясните, что за лунатизм? Откуда он у меня? Что за бред, пацаны? Объяснить? Ты сломал стул. Разбил окно. Пытался переплыть море. А потом еще 4 километра бегал за нами. Чтобы что-то с нами сделать. Нехорошее. Угу, точно нехорошее. Лунатизм? Серьезно?
У меня? То есть вы сейчас не шутите? Ну какие шутки, Макс? Если нам не веришь, хочешь, пойдем стекло посмотрим разбитое. Да нет, сквозняк, я, ну, верю. Ну вот. Пацаны, а вы это, не пострадали? И вообще, он опасен, этот лунатизм? Для тебя нет. Для нас, да. Но мы быстро бегаем. И что делать? Спать еще так хочется, блин. Ты ж только что спал. Но при этом еще он пробежал 15 километров. Конечно, он устал. А я думаю, что ноги так ноют? 15? Ну я на скидку сказал, не придирайся к словам. Ладно, пацаны, наверное, по соседству поселюсь. Ну, чтоб вас случайно не напрягать. Ну, есть вариант вообще, как остаться. Вариант какой? Тебе нужен кролик или зайчик. Так, я не понял, откуда вы знаете, что я мечтал о зайчике? Рассказал, пока был лунатиком. А. Поэтому так, если хочешь спать, вот тебе зайчик временный. Поближе его к себе прижимай. Можешь пойти наверх и спать там. А мы пока на рынок съездим, зайчика купим. И стул починим. Стекло, окно починить. Да. Устроил ты нам сегодня, конечно, челлендж. Побегать от друга лунатика. Понял, пацаны, спасибо. Вы тогда сорян, если вдруг что не так, я пойду спать. А то что-то реально прям спать хочется. Какие проблемы, Макс? Ты же наш друг. Больше с ним на ночь не останемся. Никогда. Пойдем. Ты че? Я переплыву море. Совсем что ли? Погнали в магаз. Че это было? Погнали на строительство.